просто выбрались всей семьей по своим делам. Да, мои любимые, Василисочка, доча. Да. Вот точно. В общем, как обычно, как всегда, зашли по пути покушать в ресторанчик. Сейчас вам покажу, что мы тут заказали. Здесь такая приятная атмосфера, музыка хорошая. Вот, повара готовят. Вы уже, наверное, догадались, да, в каком мы месте, в каком ресторанчике. Нам уже, посмотрите, столько всего принесли. Похлебку из морепродуктов. Так, лазанья. Пицца. Димуля, налетай. Давай кушать. Любимый. О, сувену я. Да кушай, кушай, не прикайся. У нас сегодня хорошее, как и всегда. Оно позитивное. Но кое-что случается. Милая, доченька. Василис. Да, что такое? О, ничего себе, какая у тебя юла. Сейчас покушаем, поедем по делам, да, доча? Василисочка тут раскрашивает Мишу, пока мы кушаем. Ой, что такое? Сейчас покушаем, поедем дальше по делам. Не кричи, малышка. Доча. Бери карандашики, рисуй. Я тебе раскраску принесла. Дай маме с папой покушать и поедем дальше по делам. Василисочка, будешь пиццу? Папа, дай кусочек пиццы. Дай побольше. Дай кусочек. Да, наша любимая пицца. Маргарита. Надо чуро. Кушай на здоровье. Ты моя сладкая. Не отходи далеко. Василисочка, дай маме с папой пиццу откусить. Дай кусочек. Василис, поделись с мамой, дай маме пиццу. А где мама? Прыг-скок, прыг-скок. Обвалился потолок. Пойдем на качель. Ну что, друзья, всем привет. Приехали в такое прекрасное место, в ресторанчик, как мы любим. Вот такая здесь прекрасная атмосфера. Вот моя любимая семья. Жена и доченька, вот мои принцессы. Давайте кушать, все остывает. Кушать? Да. О, супчик подоспел, смотрите. Супчик с морепродуктами. Как мы любим все. Лазанья. Очень вкусно. И пицца моцарелла. Папочка, налетай. Все, мама, налетаем? Доченька наша играет в игрушечки. Ну, красавица, моя любимочка. Покушала. Сейчас покушаем, поедем по делам. Да. Василиса, а папе дашь укусить? А? Ей так вкусно, что она не хочет. Как черепашка-ниндзя у меня. Василиса. Иди сюда, доча.
Вот шкодина. Вкусная пицца, да? Дай маме кусочек. Сама кушай. Никому не дала. Что там, тени? Вижу. Красоточка моя. Будущий визажист, да, дача? Мама выбирает помадку и Василиса тоже. Девочка. Она любит косметику. Мы сейчас приехали сюда. Хотим детские магазины зайти, чтобы покупать детские косметики. Прикольно. Вот она всю косметику мою распространяла. Василиса, нельзя так делать. Покажи папе руки. Руки папе покажи. У кого ручки грязные? Пойдем пальчики мыть. Пойдем, моя сладкая. Пальчики пойдем мыть? Так, покажите. Так, скажите мне, пожалуйста. Ты школа? Родина, а? Дочь, нельзя так делать. Нельзя так делать. Так делать нельзя. Покажи папе руки. Руки покажи папе. Доченька, Василиса, помоги маме выбрать. Посмотри на меня, малышка. Смотри, что у мамы есть. Помоги маме выбрать. Посмотри на меня, малышка. Смотри, что у мамы есть. Василис, какой мне лучше взять? Один выберем. Какой лучше? Все берем. Какой лучше, этот? Запомни меня, когда-нибудь проснемся вместе. Запомни меня, мы одно в одном созвездии. Запомни меня, запомни меня, запомни меня и лети. Запомни меня, когда-нибудь проснемся.